Противогазы, быстро! Артём, возьми мой запасной фильтр. Эй, поаккуратней там. 20 лет без техобслуживания не всякая советская военная техника вынесет. Под ноги смотрите. Тебя тоже касается, Артём. Что-то все слишком просто. Центр управления должен быть где-то тут. Осталось его найти. Ульман, Владимир, будьте начеку. Никогда не знаешь, чего ждать. Артём со мной. Есть, товарищ командир. Знаешь, так я примерно все себе и представлял. Со времен моей службы в армии ничего не изменилось. А этот комплекс будет постарше меня. Так. Тут наверху должны быть воздушные фильтры на экстренные случаи. Раньше все строили на века. Думаю, система все еще работает. Упырье вымя! Свет отрубился! Эй, Мельник, что случилось? Да ничего хорошего. Перехвалил технику. Теперь придется запускать систему вручную. Там где-то есть запасная пусковая система. Поднимись-ка на тот мостик. Потом объясню, что делать дальше. Артём! Там должны быть 4 стартера! Этот хренов агрегат. Сначала надо открыть все... Жми на кнопку по сигналу. Первая кнопка. Первая кнопка. Третья кнопка. Почти готова. Вторая!
Четвертая! Вторая вылетела! Четвертая! Вторая! Почти... Четвертая не работает! Проклятие! Четвертая! Третья кнопка! Почти готова! Ну, с Богом! Давай к нам! Ура! Слушай мою команду! Все на платформу! Ух ты! Ну ты скоростной! Иди в большой спорт! Давай, пуск! Ничего не выходит! Давай же, еще раз! Ай, безнадега! Проклятие! Прямо как в старом добром кино. Эй, полковник, что случилось? Все в норме. Артем, уходим. Хватит играть с аппаратурой. Давай. Слава богу, нам не надо спускаться до самого низа. Чую, там что-то неладно. Ульман, налево. Профессор, направо. Артём, прикрываешь меня? Если все карты составлены верно, нам туда. Но как нам ворота открыть? Есть идеи? Артём! Отлично, парень. Теперь тихо. Пошли. Сюда. Отлично.
Ульман, держи дверь. Владимир, это твоя тема. Что тебе нужно? Дай-ка соображу. Инструкция А-124, третья страница. Панель ДС-22. Ах да, вот же она. Товарищ полковник, что там на экране? Великолепно. Нет, не зря я учился всей этой ахинеи в армии. Товарищ полковник, экраны как? Железная память, Володь. Я всегда говорил, что от армии должна быть какая-то польза. Заработало! Ай да оборудование! Так, а теперь займемся ракетами. Ура! Первый уничтожен. Второй небоеспособен. Третий небоеспособен. Да быть этого не может! Вот, вот он! Один есть! Сейчас я выцарапаю из него всю информацию. Отлично. Какого дьявола? Что произошло? Твою мать! Резервная батарея села. А что с основным питанием? Ну, кажется, реактор выключен. И отсюда нам его не запустить. Придется спуститься на самое дно и стартануть его вручную. Судя по схемам, ничего сложного. Там все на автомате. Пойдет как по маслу. Издеваешься, что ли? Как ты собрался вниз-то спускаться? Ну, там лифт вроде есть, этажом ниже. Проблема в том, что нам придется тут все отключить, даже аварийное освещение, чтобы ему напряжения хватило. Если другого выбора нет, давай так. Спасибо, Володя. Будь здесь. Следи за приборами. Мы быстро. Артем, Ульман, за мной. Стреляй по второму. Проклятье. Знал ведь, что так легко ничего не пройдет. Ульман, вернись к Володьке, прикрой его. Если что случится, я отправлю Артема. Ну, удачи всем. Дьявол! Лифт-то здесь. Да дверь заперта. Придется идти в обход. Вперед, но аккуратно. И прикрываем друг друга. Come on.
Вот он. Надеюсь, он еще работает. Раз-раз. Народы метро, мы ждали вашего появления. Мы те, кого вы зовете невидимыми наблюдателями. Вы приступили запретную черту, и теперь познаете наш гнев и... Урман, хорош дурачиться. Товарищ полковник, я починил громкую связь. Отсюда, оказывается, можно лифтом управлять. Включаю. Поехали. Невидимые наблюдатели. Да как можно в них верить после того, как этот шут так загадил поляну? Удачи вам, мужики. Будем за вас болеть. Мы опускались в самое чрево древней цитадели, и меня било зноб. Мы были в шаге